Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про ту істоту, за якої мій канал чуть не видалили з Ютубу, а саме про Пригожина. Бобров Владимир Васильевич. Ай, Семенов, да. Бизнес-джет, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение. По предварительной информации, все 10 человек, находившиеся на борту, погибли. Российские средства массовой информации уже пишут о двух версиях падения самолета. По одной из них воздушное судно было сбито ПВО, по другой на борту произошел теракт. Также медиа России сообщают, что близкое окружение Евгения Пригожина не может с ним связаться. Ну, всі соціальні мережі, інформаційні майданчики розриваються новиною про те, що його літак, який пролітав в небі над Ростовською областю, було збито системами протиповітряної оборони. Вигадати ще гіршої чи кращої іронії долі, я не знаю, скажіть самі. Нам засмучуватись, тому що Пригожин ледь не остання надія на переворот, чи все ж таки радіти, бо собаці – собача смерть. Одним словом, буквально днями ми бачили, як Євген Пригожин записував своє відео із Африки, обіцяючи зробити Російську Федерацію ніколи великою. Ну а вже сьогодні, здається, його будуть збирати десь по шматках. Польот. Ти уверена? Катя, куди він падає-то? Тихо, тихо. Сюда зайди. Не упал. Упал. Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. А, вон, около фермы. Горим. Ха-ха! Рашки, конец! Движок. Хуя, ты думаешь, растет. Второй тоже мертвый? Один весь разорванный, а второй тоже? Двое, да. 1795 написано на крыле. До побачення! Гибли 10 человек. Среди них был Евгений Пригожин. Грустно, что такое разговор. А ты в Россию захотел русские песни петь? Ай-яй-яй. Нахер ты там не нужен никому? Фу! Я не пригожу, но я относился положительно, так как это человек история, можно сказать. Он недавно, так скажем, посетил наш город. Я относился положительно, в большей части. Прикольный человек, хороший. Никого в этом не вини, не считай никому это виноватым. Россию. И ответят за это. Понесут неминуемое наказание. А если мы и дальше будем воевать так, как сейчас, нам и вторая волна мобилизации не поможет. И третья волна мобилизации. Предателей в военное время необходимо уничтожать. Как можно, сколько можно прятаться? Как будто бы в бункере. Как что-то произошло, раз в бункере. Самолет сбит. Это может быть выгодно. Кому? Человек, кому это выгодно, это Путин. 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 О, Евгения Пригожина убил Владимир Путин. Говорят об этом прямо только некоторые самые отчаянные ребята, потому что никто не хочет последовать примеру Стрелкова-Гиркина или Евгения Пригожина. Могили ЧВК «Вагнер» змітають та бетонують площадки. Фу! Челяви, как говорится. Ну, в общем, это показная нейтральность в отношении произошедшего, а как минимум был сбит или уничтожен российский самолет в российском же небе над российской территорией, дополнительная демонстрация того, что да, Путин убил Пригожин. Но это особо и не скрывается, потому что уничтожение Пригожина было демонстративным. Важно было показать, что это ждет каждого, кто с точки зрения Владимира Путина является предателем. Но часть каналов, особенно провагнеровских, они все-таки... Чем отличается Азов от ЧВК «Вагнер»? Первых, Пыпа отпускает, а вторых, убивает. Кстати, погоняло Пыпа для Владимира Путина, мне кажется, довольно смешным. Я так понимаю, это именно украинская вариация. Еще вспомнил хохму, пишет он, во времена, когда убивали народных командиров Донбасса, охрана того времени любила тут же обвинять в покушениях украинские ДРГ.
Кого бы не убили, это украинская ДРГ, отряд «Тени» и так далее. Но уже тогда приколисты шутили, что украинские ДРГ и «Тени» будут убивать кого угодно, но не товарища Ходаковского. Так и произошло. Товарищ Ходаковский благополучно дожил до наших дней и даже сделал неплохую карьеру. А выстрелы по самолету работали крайне топорно. Учитывая такую звериную ненависть и желание отомстить, то во время попытки путча и тувинские дегенераты ПЫПа испугались на все деньги. Просто так, такое желание отомстить. Трагические последствия. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроения в армии и моральный дух. В том числе со стороны самих этих солдат рассказы о том, что на фронте все не так радужно, как об этом поет официальная пропаганда. И я говорю про высокопоставленных людей, как командующий 58-й армии Попов, отправленный в Сирию за то, что он позволил себе покритиковать российскую армию, за то, что это утекло в сеть. Так и про рядовых солдат, которые записывают обращения, рассказывая, что проблем становится лишь больше. Поэтому убийство, показное убийство Пригожина, то есть показное полное захват Шойгу и всеми остальными, вот этой все контроля над российской армией, это для многих будет очень разочаровывающим фактором. Сообщается, что один из частных самолетов Embraer Legacy 600, принадлежащих Евгению Пригожину, пропал с радаров в 18:20. Диспетчеры пытались связаться с экипажем, но безрезультатно, после чего авиадиспетчеры оповестили о случившемся подразделении ПВО. Эта версия совпадает с той, что можно увидеть на видео, основываясь на словах очевидца. Два разных характерных ПВО и инверсионные следы в небе. Таким образом, с немалой долей вероятности версия с терактом также отпадает ввиду того, что в воздухе не произошло разрушение конструкции самолета. Сегодня ровно 2 месяца с марша справедливости, отмечает Грейзон. Потому что если убить Пригожина, например, сразу, то у Вагнера все еще остается ресурсы, оружие и техника для того, чтобы, может быть, снова пойти на Москву. А сейчас такой возможности нет. Буквально не на чем. Пусть это станет для всех уроком. Идти всегда надо до конца. Намекая буквально на марш Пригожина, но дальше еще пишут некоторые следующее сообщение. Вообще, это очень показательно. Их слова и обещания ничего не стоят. Они предадут при первой возможности, как предали Буданова, Ульмана, экипаж Курска. Для них важны только интересы своих кошельков и власти, а не интересы страны и народа. Евгений Викторович совершил одну ошибку, к сожалению. Но своей ошибкой он показал их отношение к своей стране и народу, когда карьеры двух старых дегенератов стоят больше, чем жизни 25 тысяч русских солдат. Речь идет о Шойгу и Герасимове. А ошибка, которую совершил Евгений Пригожин, это то, что он не дошел до Кремля. По крайней мере, по мнению Дешерга Русича. И не получится. Нахер ты там не нужен никому. Не нужен ты нам здесь. Поздно. Фу. Рашки конец. Зареєструйся в Сенсбанк та отримуйте 100 гривень посилання в коментарі до цього відео, які зможете одразу вивести собі на картку. Та ще за кожного друга, який зареєструється по вашому посиланні, ви отримаєте 100 гривень. І це ще не все, якщо по вашому посиланні зареєструється 5 друзів. Ви отримаєте ще 500 гривень. В цілому це вже 1000 гривень. Також тут є можливість відкрити картки, є підтримка та є відновлення. Та замовити їх у пластику. Купувати військові облігації. Цей банк перший в Україні, в якому ви можете продавати куплені вами облігації. Реєструйся посиланням в коментарі та в описі цього відео.